Полина Деброва стала роковой брюнеткой автор 19.03. 2020-31-летняя Полина Деброва не особо склонна к радикальным переменам в имидже, но на днях она доказала своим подписчикам, что ей тоже совершенно не чужды различные эксперименты с внешностью. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Напоминаем, что супруга Дмитрия Деброва, которая некоторое время назад получила почетный титул «Миссис Россия 2017» много лет остается верна своему натуральному русому цвету, а также длине волос ниже лопаток. При этом супруга 60-летнего телеведущего и по совместительству молодая мама троих сыновей очень любит организовывать разные тематические вечеринки и некоторое время назад даже основала Деброва Клаб. Недавно она решила сделать праздник в своем клубе, пригласив туда подруг. Всех присутствующих Полина поразила новой прической, внезапно она стала роковой брюнеткой с челкой каре. Также в новом образе знаменитости не обошлось и без яркого макияжа с накладными ресницами. Конечно же, Дибова не решилась на радикальную стрижку и покраску и ограничилась париком. Новый образ она дополнила многочисленными украшениями, а также облачилась в довольно провокационный наряд, надев роскошное розовое боди с длинными рукавами. При этом лиф наряда украшал стальной корсет. Деброва так подписала снимки: «Вчера было супер весело, кстати, как вам парик? Полина, брюнетка. Кто-то мне даже сказал подстричься и перекраситься. Что думаете?» Кавычка, точка. Разумеется, подписчики Полины не могли упустить из вида ее новый образ, поэтому принялись делиться мнением о свежих фото, да очень классно в этом образе. Полиночка, то мы ответим к тому, кто присоветовал вам постричься, а тем паче перекраситься, советую присмотреться получше. Явно недобра желает, какой у вас интересный образ, супер секси и так далее.